Да что ж ты мимо-то стреляешь? Давай, руби, 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 руби. Давай, давай, давай. Еще немножко осталось. Давай, может, мы и победим? А, Юра, давай, еще чуть-чуть. Ох, ребята, мы во втором раунде победили его. Это просто не может не радовать. Так. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть вот такую вот замечательную игру под названием Shadow Fight 2. Так, ну что ж, ребят, мы уже реально с вами дошли очень далеко. Мы были в испытаниях, мы были в турнирах. Нам, чтобы победить отшельника, нужно купить новый костюм и купить новое оружие, а также улучшить его. Так что пока мы ничего не можем сделать, и максимум, что мы можем сделать, это побороться в дуэли или в выживание. Ну, также можно поиграть в восхождение, потому что здесь нереально очень тяжело. Так что, собственно, давайте без ударов ногами. В этом бою ты не можешь использовать удары с ногами. Ну, давайте попробуем. Давайте, собственно, попробуем, на что это будет похоже, и посмотрим. Так, я против ниндзя, и сейчас мы начинаем бой. Вот так вот. Ого. А ногами нельзя биться, а мы будем драться мечами. Так, тихо-тихо. Опа, вот так вот, тихо-тихо. Оп, удар. Тихо-тихо. Вот так вот. А он ногами. А, ему можно, я понял. Все, я думаю, в чем проблема? А ему же можно ногами драться. Это только мне запрещено для того, чтобы пройти эту дуэль. Видите, он нагинается и ногами. Ох, ребята, мы ему по шее. Вы видели, как я ему шею отрезал? У него реально просто отрезалось кусок шеи. Круто. Да. Давай, давай, давай. Вот так вот. Вот так вот. Тихо, тихо, тихо. Он же ногами, видите, дерется. И... Ого! Неплохо так резанули мы его. Ого! Вы видели? Ого, ребята, мы ему воткнули нож прямо в самое горло. Отлично. Все, теперь мы победили его. И так, что у нас здесь есть дальше? Мы выиграли карточку и мы победили. Потому что в прошлый раз мы просто-напросто проиграли, а в этот раз мы победили. Круто, 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 круто. Так, ну что ж, идем дальше. Участвуй в рейдах, будь лучшим среди своих друзей. Теперь в онлайне. Так, ну в онлайн мы будем играть позже. Давайте восстановим свою энергию. И пока что костюмов никаких у нас не открылось. Так, дуэль у нас будет закрыта еще 4 часа. И я предлагаю пойти либо на выживание, либо на восхождение. Так, ну что ж, давайте попробуем подраться здесь. Карточки у меня есть, так что будем драться пока что здесь, потому что другого выхода у нас нету. Так, будем драться против ниндзя. И я думаю, что мы должны обязательно победить. Ну что, готов? Ох, ты ж такой, а, подлец. Ты будешь бросаться звездочками, а я ножами. Получай. Получай еще. Еще. Ну, уровень серьезный довольно-таки, ребятки. Я что-то опять не могу разобраться. Я опять что-то пропускаю. Я что-то не могу сделать. А что именно? Я пока еще не знаю. Так, получи. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Ого, я не хочу проиграть, пожалуйста, я должен тебе надереть задницу, потому что мне нужно выигрывать дальше и проходить эту игру. И на тебе ногой, на тебе ногой. И... Ого, ребятки, куда же это годится-то? Я не хочу проигрывать. Пустите меня, пустите, давай сальто, сальто назад и... Ай, звездой он меня... Да все. Как так-то, а? На нож, получи. Получи. Ох, ой-ой-ой-ой, все, ребята, он меня звездочкой просто завалил. Просто я упал, и все, я проиграл.
Я не могу отдышаться, но иммунитет мой понемножку растет, а это просто не может не радовать, потому что высокий иммунитет – это залог успешного боя. Если я получу высокий иммунитет, то я обязательно в следующих боях буду выигрывать. Ну, кто же так играет? У нас тут театр, между прочим, а не детская самодеятельность. В следующий раз жду от тебя большего. Ну, хорошо, в следующий раз будет в следующий раз. Давайте пройдем еще уже выживание. Посмотрим, что нас еще здесь ждет, потому что... Пока что только так. Так, ну что, готовы? Ого, ребята. Ниндзя, вижу, палкой меня сразу пытается наказать. Ого, и звездочку. А ну на нож тебе. А на, получи. На, получи тебе нож. На, еще раз тебе. И еще раз тебе. Ах ты ж такой, а? Вот так палкой тебе. Как они уворачиваются? Я так не могу уворачиваться, а они постоянно уворачиваются, и у них все круто получается. Ой-ой-ой, что ж ты такое делаешь-то, а? Эу. Ого, удар был бы отличный, если бы я не промахнулся. Ох, ребята, отлично, мы ему в спину дали по почкам. Ох, и палкой, вы видели? Просто голову, наверное, ему снесли, палкой пробили. Вот это я понимаю уже другое дело. Так. И теперь на самом интересном месте у нас ниндзя. Оба. Получи. Получи. Так. Ох, ребята, полжизни у него забрали. Вы видели, как это круто? Так. Ниндзя, ниндзя, девушка. Ниндзя, девушка, которая хочет... Хочет меня победить, ребята. У меня жизни не хватит на нее. Откуда ты взялась? А ну иди, загнала меня в угол и думаешь... Ты крутая? Мы сейчас посмотрим, насколько ты крутая. Ах ты ж, а. Видели, что она вытворяет, ребята? Вот так вот, все, мы пронзили ее ножом. И не могу встать, все, отличненько. Просто отличненько. Так, третий ниндзя, ребят. Третий ниндзя, который как похож на ниндзя из Mortal Kombat. Какой-то Скорпион или Саб-Зиро. Ого. Ребята, он меня просто ножами забросает. Ребята, еще один раз и все. Ага, ну куда же это годится-то, а? Ух, ребята, мы его на последних парах выиграли. Дали палка ему по лицу, и он упал. Отлично, раунд четвертый. Это какой-то новый ниндзя уже. С когтями. А, у меня жизни одни. Вы поняли? Все, у меня жизни вообще. Посмотрите, сколько у меня жизней. То есть это драка одна выживание. То есть я остаюсь при старых... Все, меня проткнули ножом. Я остаюсь при старых жизнях, но таким образом пытаюсь что-то сделать, как-то победить. Но мы все понимаем, что это очень и очень сложно. Так, остается нам надеяться на лучшее. Надеяться на лучшее и как-нибудь продолжать жить с этими... Так, что у нас здесь? Мы можем что-то новое изучить или не можем? Покажите нам. Изучено, 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 изучено. Все у нас изучено. Так. Здесь мы получаем награды наши. Таинственная синяя печать, положенная с рейсью в бою. Так, хорошо. Что у нас здесь? Так, я хочу вместо палки. Вместо палки. Так, давайте зачаруем, наверное. Там еще закрыто у нас. Давайте зачаруем, наверное, потому что все-таки... Все, зачаровали. Потому что все-таки очень сложно играть против соперника, когда у тебя не зачарованное оружие. Все, отлично. Так, победи отшельника, чтобы открыть магию. О, отлично. Ребята, нам осталось победить отшельника, чтобы у нас была магия крутая. Так, ну что ж. О, ребята, скоро должна открыться касана. Но мы... Ого. У нас все еще... У нас палка сейчас. Палка, топоры и еще что-то. Так что давайте, может, возьмем мачете. Я думаю, они намного лучше будут, чем палка. Мы их улучшим на всю и зачаруем, плюс ко всему.
Зачаруем. Все, и теперь пойдем в бой. Я не знаю, правда, с кем мы будем драться, но, тем не менее, у нас есть турнир безумно-безумно. Безумно это означает, что очень тяжело. Дуэль еще закрыт. Так, на выживание мы не пойдем, там иммунитет, тут испытания. Испытания я не хочу проходить, потому что в испытаниях меня заставляют там делать такие вещи, которые я не хочу. Так, ну что ж, давайте попробуем в турнире подраться, собственно, и посмотрим, на что наши бойцы способны. Так, тень против пророка. Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, пророк, надо как-то тебя победить. Ого, ребята, нет. У него один удар за моих 10. Посмотрите, он 2 раза меня ударил. О, 3 раза ударил, и уже жизни почти нету. Ох, обросил эту нож, и все. Нет. Так играть просто невозможно. Нужно обязательно улучшать свои характеристики, проходить другой бой, чтобы выигрывать. Да что ж ты мимо-то стреляешь? Давай, руби его, руби. Давай. Еще немножко осталось. Давай, может, мы и победим? А, Юра, давай, еще чуть-чуть. Ох, ребята, мы во 2-м раунде победили его. Это просто не может не радовать. Так, ну что ж, готовы, друзья? Ого. Парень-то то серьезный. Толковый. Победить можешь. Понятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то чуть-чуть неправильно сделал. Можно было бы, конечно, и по-другому. Так, давай, отходи, а то сейчас... Давай, режь его, еще чуть-чуть осталось. Ух, ребят, отлично, мы положили пророка на уровне безумно. Я думал, на уровне безумно вообще нереально что-то выиграть, так как вы понимаете, что это... Уровень просто безумца какого-то, но мы, тем не менее, победили. А это просто не может не радовать. Круто. Так, отличненько. Ну, пока мы еще ничего не открыли. Так, ну уже стадия пошла невозможно. Здесь уже, я не знаю, или я выиграю. Так, ребят, ну что ж, это мы будем проверять в следующих сериях. Этот выпуск подошел к концу. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх и напишите комментарий. С вами был Юра, вы были на канале Вечное Детство. До встречи, дорогие друзья.